Вот мы находимся в селе Привольном, родине Михаила Сергеевича Горбачева. Мы и не думали тут быть, а Господь так распорядился, что мы приехали. Вот. Горбачев — это знаковая фигура. И когда меня в университетах всюду спрашивали, кто самые значимые люди 20-21 столетия, я всегда отвечал: Солженицын и Горбачев. Но как знаковая фигура только один — Горбачев Михаил Сергеевич. Пояснение я уже многократно давал, объяснял. И поэтому, где я бываю, там отрицательные отзывы, ругают, меня это не касается. Мы за него молимся. Наша община молится о нем. Пройдемте дальше.